Привет! Сегодня еду делать важные взрослые дела. Сейчас у меня сохнет голова, она почти высохла. Ну и в целом я собралась, осталось только переодеться и дождаться, когда все-таки это все высохнет. Даже накрасилась. Такие дела, может быть, немножечко покажу, потому что запланирована еще прогулка. Короче, я на самом деле охереть как нервничаю. Просто жесть. И вот этот, знаете, этот нервяк, когда точно все будет нормально, ну прям вот реально, но ты все равно нервничаешь перед какими-то ответственными делами, задачами, там, особенно если от тебя это толком не зависит, ну как бы так, 50 на 50, то стрёмно. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо. Сережки показала. Так, ну что, выхожу, получается. Очень стрёмно. Хотелось перекусить. Нашли прикольное место. Вообще круто. Люблю такое. Так, это макароны со шпинатом в такой красивой штуке. Кайф. Так, а второе это картофельное. Нет, это свинина. А, свинина с грибами, с картошкой и с салатиком. Вкусно, вкусно. Это чай с имбирем и лимоном. Ну, почти чай. Красота. Пахнет очень вкусно. И десерт. Творожный какой-то. А вот эту штуку я просто обожаю. Так что я съем ее, а десерт оставлю. Значит, эта кафешка была вот здесь. Стоит церковь. И вот она тут, на территории. Получается. Очень крутая кафешка. Очень вкусно. Я обратно. Короче, пришли домой. Подавалась я на ВНЖ. Вот. Раскрыла тайну. Не стала делать интригу. Ну, почти. Такие вот дела. Страшно, страшно. Но подалась. Нормально. Осталось только ждать. Вот. Чё, английский по плану? Я уже сказала, что по плану английский. Я не помню. Ну, ладно. В общем, по плану английский. А дальше как пойдет. Надо еще в косметоз сгонять в магазин. В общем, сейчас уже следующий день. Вот, сегодня празднуют День Святого Патрика. Вот, надо обязательно поехать посмотреть. Будет что-то интересное, ну, мне так кажется. Вот, поэтому тоже немножечко покажу. Сейчас вот пройдет одна секунда, и, в общем-то, будет видео. Покрасили реку в зеленый, как прикольно.
Очень здорово выглядит, очень ярко, класс, особенно на солнце. И там видно, как застряли ребятки на лодке, или как это называется, я не помню правильно. И все кричат им, когда они наконец-то смогли решить эту проблему и плыть дальше. Все радуются, пьют пиво, очень здоровская атмосфера получилась. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.